Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Вы на моем канале, с вами Валентина. Вот эта картина начиналась со слов «И один из вас предаст меня». Вот так вот начиналось. Ну, вот с этого и начнем. Вот фигура Христа. Вот она с разведенными руками. Вот является центром вот этой композиции. А это его ученики, апостолы, эти, как они назывались еще, последователи, как правильно называть. Они разбиты на четыре группы. Вот она одна группа, вторая группа, третья вот группа и четвертая группа. Вот они на четыре группы и по три человека в каждой. Вот. Они взволнованно жестикулируют. Ну, я не буду описывать, я просто вкратце скажу, выражая свою какую-то неприятность, или что как бы Иисус обвиняет и видит в чем-то как Иуду своего. Хотя Иуда, вот он, Иуда, находясь перед Петром, вот он, Петр, молчит и пытается скрыть свою как бы неприязнь и... Как будто он здесь ни при чем, держал в руках вот он мешочек. Так какие же тайны содержит эта вот именно картина и что в ней зашифровано Леонардом да Винчи, этим художником? Я как начиталась везде, это основная причина, это в чем? Вот он Иисус Христос, склоненный. Если ну, вот, мне по правой стороне, если я зритель, то по левой. Значит, по левую руку он склонена голова. А здесь его жена склонена в правую сторону. Если жену пересадить к Иисусу, вот сюда, по эту сторону, то получится как бы пара. Вот в чем основной секрет этой картины «Тайная вечеря». Ну, там еще и другие, конечно, есть описания, но это основной код зашифровки этой картины «Тайная вечеря».